Есть, конечно. Чего? Это на какой частоте? Тебе надо загрузить. Не. Какое? Ты на эстонское ставишь? Что ты там делаешь? $32.99 нет. 89. В принципе, да. Тут написано. Менять цвета по миллиону. Смотри, глаза шевелятся. От 2 до 5 лет. Ja 2 до 5 лет. Nad on, need ei ole praegu meil müügis. Nad on karantiinis. Такое ощущение, как будто это не живое, он как искусственный какой-то. Такой классный. Ну блин, от 2 до 5 лет это мало. Что? От 2 до 5 лет это очень мало. Да, у меня нет, пакетик потом сюда. Пакетик сюда. А вот кролик 8-10 лет, это нормально для кролика. А здесь вам тоже есть вот эти штуки красивые, не надо? Почему? 2 килограмма. Мелкие большие. Да. Так а вот эти мокрые. Морковки можно кормить. Морковка здесь станет дёсла. Вам надо мальчиков, да? Да. Вон, смотри, еще кролики. Видишь, еще каких 2. Такой краник живет 15 лет. Попугайчики. Если это не кролик, это попугай 15 лет живут. А попугай? Да, это видишь, это же попугай. Вот эти красивые кроличики. Да? Такой. Тык-тык-тык. Попить захотел. Ну, видишь, тут какой. Попугайчик.
Здесь трясется, боится. Ну да, напугали, тут пришли. Так, а сколько этот лохматый стоит? Не знаю. 22 номер. Ну, смотри, и ухо, главное, в воде. Спит. Обалдеет. Мне кажется, это мост не называют, но ухо от кролика. 22,99. Пугай. Один попугай. Ну да, вот эти и те все равно. И что тут еще кролик. Я хотел бы попугай. Не знаю, не хочу. Никого не хочу. Чего? Это такая свинка. Так, а здесь кто? Мышки. Их тут нету. А, вот смотри. Смотри. О, мышка прикольная. Тут одна только. Там тоже кто-то. А кто там внизу? Хотя мышка 3 года живет. Смотри, морская свинка лысая, по-моему. Она там внутри спит. Смотри, какая она лысая, да? Угу. Там есть она там? Да, есть там, спит. Я не вижу. А, ну да, есть. Она там спит. Но я лысую ни разу не видела. Эти такие лохматые, смотри. Это он, смотри, спит тут тоже. Тут не спит. Если выбирать из этих всех животных, кого ты хотела бы больше всего? Никого. Может, вот игуану. Может, вот ту? Хамелеону, то есть. Не игуану, а хамелеончика. А почему не рыбку? Ну, рыбки у меня были. Не, ну рыбки мне тоже нравятся, но... Это самый классный. Правда, стоит дорого. Ну, знаешь, такую лампу покупать. Минус в том, что его надо насекомыми кормить. Ну, вот в том-то и дело. Хотя, наверное, специальный корм есть. Просто она посмотрела на меня так, что мне показалось, что она меня вспомнила. Тебе не нравятся школы такие? Как ни крути, маме нравится в воде гулять. Конечно. А мне нет. Знаешь, дуй в лоб. Топливо гоняет. Не топливо, это от этих. Ну, от машины топливо, соля. Это тебе так кажется. Шапочки. Тебе шапку не надо новую? Соляру надо. Слышишь, что я говорю? Шапку не надо новую? Нет. Что, завтра придет генератор? Ну, наверное, если написано, что уже пришел. Поможешь. Завтра с утра? Завтра вечером. На работе будет. Вечером? Может, не договориться? Ну, так с работы придет или мне позвонит, скажет этот номер. Я могу сама сходить. Какая разница? Могу и сходить. Причем тут мужик-то? Будет договариваться в понедельник с ним или когда там, я не знаю. Когда он хочет. Я так и не поняла, тебе не надо в школу больше обувь-то никакую?
Это еще не порвались, а? Конец школы, что там? Какой конец школы? Еще начало только. Смотришь. Зачем? Ну. Поступки паникируются и делают. Да вряд ли. Да, сейчас подумал, все в основном синтетика. Хлопок, вот эта футболочка у меня. Кстати, сколько она там? 6,50. Я покупала за 3 ее. В смысле калашматили? Нам забрали вы или калашматили, я не знаю. Помнишь, когда там деньги? Кто его бил? Не, ну он раньше приходил, там побили. Да, он с этим, как его, с Мартином вечно что-то там не мог поделить. Это под низ одевать штанишки такие. Зализывали. На девке-то точно были все. Кристиан, давай ты не будешь. Нет, это просто показал. 3 берешь, 20 €. О, смотри. А, это не такая, как у тебя. Другая чуть-чуть. Я думал, какие у тебя курточки. Какая курточка? Вот она. Ну, я сначала думал, я. Так, я такую же смотрела. Только красную. Это не понять, это вроде на женскую похоже. Что это? Адидас. Это чья фирма? Не знаю, американская, наверное. Страшно. Идем?
как тебе такая синяя куртка? Вот это вот. Нормально? Да я у Оскара думала купить какую-нибудь куртку. Потому что у него красная, она теплая. Или может в этой он походит. Ему вечно же жарко тоже. Смотри, какие тонкие шины. Смотри, глянь. А знаешь, почему они такие тонкие? А знаешь, почему они? Ну. Чтобы они быстрее ехали. Так, и стоит всего 165 евро. Спортивные? Ну. Только на него дизело резинки. Ты не найдешь. Пойдем? Смотрим, почему там фары горят. Пойдем. Здесь проведем дом. Тоже цвет какой-то, видишь, не белый, не серебристый, а бело-серебристый. Жемчуг. А, нет, она, наверное, серебристая все-таки. Она заряжается или что? Непонятно. Смотри, а что это вот тут такое, вот это вот, видишь? Это портрет. Он говорит тебе, если там опасность, если опасность. Это гарантию 10 лет. На эту машину 10 лет дает гарантию. Гибрид написано. Это может какой-нибудь электронный, он нет? Бензин газ. Смотри, какой там экран огромный. Он, короче, работает на аккумуляторе. Смотри. Просто он работает на аккумуляторе, написано. Да? Может, он тогда это самое, этот, электронный? Электронный гибрид. Toyota Sport. О, смотри, здесь тоже Калибский магазин есть. Нам здесь тогда, наверное, надо зайти. Бери корзинку. На. Смотри, маски. Конфетки. Хочешь таких? Возьмем? Нет. Две штуки хватит вам? Да. Их возьмем. Пойдем посмотрим еще. Что тут еще взять? Возьмем этих батончиков. Бамс. И шоколадки такие. Марципановые, наверное. Да? Нет, это белый шоколад. А, белый шоколад с рисунком? Да. Так, давай возьмем такую. Да, две берем. Кофейную, наверное, не будем брать, да? Сок есть. Возьмем сок? Ну, посмотрим.
Там 80 центов он стоит. О, возьмем эту, да? На сколько стоит твой сок? На сколько сок стоит апельсиновый? Не помню. Смотря какой. Тут 80 центов. Хочешь таких вот этих? Возьмем. Давай, попробуем. Ну, я такие ел. Я их ел. Я что-то не пробовала. Печеньки возьмем? Какой? Вот этих и этих бери по пачке. Мы таких еще не брали. Да. А эти возьмем? Будем брать? Эти. Арахис. Ну, это по твоему усмотрению. Я бы вот эти взяла, а там слишком этот, я не люблю черный шоколад. Ну, 17, может, 15, вот этих, да? Возьмем? Смотри, на 17-15 особо. Чего? Время 18-10. А, 18-10. Возьмем этих желейных. Ну, как хочешь. Так. Кишка. Видите, вкусные. Смотри. Это какая-то новая, смотри. Иди сюда. Теперь чего? На ту коробку 125 грамм, евро 5. Смотри сюда. Что за Но самое? Это другие совсем. Ну, не одни и те же. Это вообще другие. Смотри, не на полочку. На холодную, да. Мало. Угу. 80 центов берем? Угу. Там еще со 70 центов садим. Ну, попить Сплом. Все равно чего-то надо. Слушай, Дед Мороз. Дед Мороз, красный нос. Дед Мороз, красный нос. Тут еще и вино есть. Смотри. Италия, что за вино делали? Манатани. 33 евро. Так, подожди, вот это сок или это разбавлять его надо? Это сок. Давай возьмем, я хочу попить. Так я взял это. А, ну пускай. А вот это что такое, я не знаю. Что это такое? Типа диппи, наверное. Или что это? Первый раз вижу.
Что там такое скрипит? Ты там что-то делаешь, чудило. Ну как я могу делать? Чем? Не знаю, чем. Это ладно, ладно, слушай, у меня руки так хрустят. О, отойди-ка. Смотри, может такого зефира возьмем? Хотя мне вот этот больше нравится. Да не надо брать зефир. Не будем? Чего? Что, все, наверное, тогда, да? А этих шоколадок больше нет на Хэллоуин, которые были? Да. Вкусные были. Нормально. Чего? Это экономичное. ГЛ, это не газ? Это ОПГ. Это стоит 37 999. Видишь, это цвет такой, металлик какой-то красивый. А ты 86 85. Два ВД, 26 тысяч, 4 ВД. И блин, так, если хочешь постоянно 4 вывод, хоть блокировки, то есть. Смотри номер. Ну и как тебе? Мне не нравится такая. Вот это маленькая, смотри, джипик. Ну там места мало взять. Но если на работу ездить нормально. Да, там места вот столько вот. Я ну. И сколько она, интересно, берет? Пойдем в Юсик.
кстати, живые эти цветы. Литров на стол дизель. Средний дизельное топливо, самое большое 8,5. Вот они. Чего? Две 12-вольтовых розетки есть. Слышь, какой тут огромный монитор. Зато тут нет этих 4 ВД. Нету? Да. Я что-то не пойму, это автомат коробка или как это у нас? Это автомат. Или тип троник? Это автомат. Это не тип. Посмотри, кто. Угу. Она тоже там теперь работает, где папа. Угу. Тоже теперь работает, где папа. Кто? Ну, это он, Райли. Не работает, Макс? Я уже давно там не работаю. А что ты с ней не говоришь? Ты ее знаешь? Конечно, знаю. И хорошо знаешь? Ну, мы же работали вместе. Ну что, это хорошая дети? Обыкновенная. Угу. Ничего особенного. И где эта тетя работает? Я ж тебе только сказала. Не, я имею в виду там. Я не знаю. Не знаю. Он и сам, наверное, не знает. Ну, скоро туда все опять туда зовут. Ну, так что? Работы не будет и пойдут. Спой такой мешок. Под грязное белье, наверное. Видишь, вот это точно. Этот. Для детей. Видишь? У нас сюда лазит конфетки, да? Угу. Видишь, какой халатик с единорожком. А, гипморазм не существует, да? Угу. В Лапландии существует. В Лапландии нет. Сколько ему лет? Не знаю. Просто вечно не бывает. Дед Мороз вечно не бывает. Когда-нибудь у него черед наступит. Другой придет. Ты уже открыл? Я вообще хотела просто воды. Так, это коврик, наверное. Вон про ту
картошка вам была? Вам картошка? Какая картошка? Ты про что говоришь? Ну, нам тут картошку это привозили, да? Картошка вам? Это такая ничего, но мне цвет что-то не очень нравится. Что у нас? Ну, кстати, в школе хочешь таким пацанком, как играть по 11. Какой? Который на уроки не ходит. Мать ему купит. Что найди телефон и не играть, как его узнать? А вот это ничегошная такая, смотри. Прикольная. Мне как раз такие орнаменты нравятся. Ты давно ли ел, скажи мне? Ну, понятно. Ты проголодаться-то хоть успел? Нет. Ну вот. Ну, ладно. Обменять ничего. Ну, посмотрим, может, попозже. У вас через 2 часа автобус. Какой попозже? Смотри, доска мраморная. Да. Главное, тебе сквозь автобус как-то. Не знаю, надо смотреть. Вон оно такое, слышишь? Кружечка как раз на кухню подошло бы. Мама, как обычно, сломя голову везет на автобус. Мне же надо все посмотреть. Вон, смотри, Кристиан. Белые, черные кружки. Знаешь? Вон тут, смотри, маленькие, кофейные. Кстати, айфоны таты продают? Не знаю, может, где-то и есть. Видишь, какая подушка? Круглая. Так, кстати, прикольная эта подушечка. Еще вот зеленый, вот тот мне цвет нравится. Как раз нам подошел бы. Смотри, тут смотришь зеленый. А на камере какой-то как синий-зеленый. Вообще другой цвет. Thank you.